Итак, добрый вечер. Продолжаем ранее начатую запись. Вот мы 3 июня заложили семена разных плодовых деревьев, косточки, значит, в воду. Они месяц пробыли в воде. Потом я их вынула. Вот 3 июля они сутки побыли на воздухе, ну, в смысле, при комнатной температуре. Потом снова на 3 дня в холодильник. Вот. И так 3 раза. Вот сегодня их надо уже высаживать. Значит, я достаю. Так вот. И смотрим, что у нас тут. Так. Тут у нас семена корольков. Вот они. Видно их? Вот. А вот тут я чуть раньше достала семена, тоже размоченные, турецкой мушмулы. Вот она. Значит, мы берем и вот в стаканчик, такой же, этот же стаканчик, но этот с водой, поэтому вот есть пустой. Значит, сюда крошим немножечко, ну, вместо камушков крошим пенопласт. Так. Снизу прикусываем вот так вот, чтобы не делать отверстия, прикусываем ножничками, ну, чтобы дренаж был, чтобы вода не застаивалась внизу. Вот, потом берем вот такой универсальный грунт, я его уже приготовила, открыла, и кладем сюда немного земли. И туда промоченная вот так вот, вот, и сверху еще земли. Вот. И каждое зернышко, ой, каждое семечко, каждую косточку вот нужно посадить в отдельный стаканчик. Ну, слегка так полить. И все. И будем постепенно поливать и наблюдать. Ну, надо будет еще написать. Так, вот это турецкая мушмула. И сегодня 17.07.19 года. Так, немного раньше, дня 2 назад, я сделала этих семян уже посадила. Ну вот тут еще, вот смотрите, орех, обычный орех, и вот такой гигант орех размоченный. Но его надо будет, конечно, сажать в более большую, такую большую тару. Ну, технология та же. Пенопласт, почва. Почва с песком желательно. Вот. Ну вот, вот это то, что уже сделано. Вот, посмотрите. Черешня, апельсин. Так, мушмула, пальма. Крупная финиковая пальма, крупная слива. Вот, ну, в общем, вот так вот все посажено. Теперь будем поливать и следить за процессом. И посмотрим, как будет расти наш сад нашей мечты. Всего вам доброго, берегите себя.